Две баночки. Одна 800 грамм, вторая 400 грамм. Кому какая будет удобна. Мне удобнее по 800, потому что мы уже едим по 5 ложечек. Банки классные, то есть хорошо упакованные, хорошие герметичные крышечки. Открывается баночка, то есть внутри точно так же все запаковано. Аккуратненько ее открываем. Вот здесь вот есть вот такой вот копеечек. Сейчас мы за него хватаемся и оттягиваем. Достаточно плотно и герметично закрыто. Внутри белая порошковая смесь, практически полностью банка заполнена. Удобная мерная ложка. То есть ложечка вот с такими, как, даже не знаю, прорезями. То есть не остается ничего в уголках. Набирается ложечка. Там написано, указано, что одна ложка без горки. В банке есть вот такая вот ступенечка удобная. То есть об эту ступенечку как раз таки мы тихонечко снимаем. И получается ровно без... Как готовится смесь? Очень просто. Для этого предварительно обдали кипяточком бутылочку. В нее я заливаю, нам уже по возрасту, на 5 мерных ложечек. Одномерная ложка на 30 мл. Значит, 150 мл воды. Смесь должна быть, вода должна быть уже прогрета на 75 градусов. Это обязательно. У нас для этого есть вот такой вот чайник. То есть он уже с температурой. Прогрели воду до 75, наливаем в бутылку 150 миллилитров. То есть смесь готовится строго. Строго, без всяких отхождений. Указано 5 мерных ложек на 150 миллилитров воды. Сзади на баночке, там строго по весу, по возрасту, по весу, как раз есть вот дозировочка. На 150 миллилитров воды еще раз 5 мерных ложечек. Набираем мерные ложки таким образом, чтобы было без горки, все струхиваем об ступенечку, то есть вот ровненько все без горочек. 2, 3, 4 и 5. Здесь есть вот удобные очень рамочки, удобные для хранения ложечки, чтобы ложка не лежала в самой смеси. То есть желательно сюда ее и устанавливать. Закрыли баночку. Закрываем бутылку и взмешиваем, взбалтываем. Взбалтываем где-то около минутки, чтобы не было, не образовывались комочки, потому что она очень похожа на манку, эта смесь. Комки действительно сразу хватаются. Почему вначале и нужно наливать воду и только после добавлять смесь? Потому что образуются комки, если делать это в другой очередности. Это тоже очень важно. Так, еще очень важный моментик. Смесь после приготовления хранится, действует час. То есть не больше, не меньше. Час она хранится. Мы ее взбалтываем где-то около минутки. После оставляем ее остывать. Принудительно, если ее заставить остыть, то могут образоваться комки. Поэтому лучше всего, конечно, это оставлять ее самостоятельно остыть. И когда она будет комнатной температуры, можно уже начинать кормить малыш. Когда смесь остывает, она немножко загустевает. И очень напоминает манку по своему составу, по своей структуре. Вот такая вот она, как манка.